Вопросы, касающиеся военной службы, образования и многих других, были озвучены на встрече с учащимися Брестского государственного колледжа связи. Поговорить о важном и рассказать о социально-экономическом ориентире государства на ближайшие 5 лет пришел делегат 6-го Всебелорусского народного собрания, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Евгений Зайцев. Одним из важных направлений – это молодежная наша политика, это работа с молодежью и, конечно, рассказать значимость тех социальных направлений, социальных вопросов, которые поднимались на 6-м Всебелорусском собрании, важно донести до нашей молодежи. Они должны знать, понимать, что они вовлечены в государство, они находятся на острие, как говорится, наших основных вопросов развития и должны принимать самое активное участие в жизни и строительстве нашего государства. Молодые люди не только слушали выступления, но и активно участвовали в беседе, задавали уточняющие вопросы и поднимали волнующие их темы. Помимо депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, на встрече выступал и глава администрации Московского района Бреста, что сделало встречу еще информативнее. Ведь говорили как об образовании, так и об улучшении жилищных условий в городе. В прошлом году построено 8 домов именно для состоящих, но чуть нуждающихся в улучшении жилищных условий. У нас их состоит около 19 тысяч жителей, но чуть нуждающихся в улучшении жилищных условий, и около 900 многодетных семей. Хотя вот за прошлый год порядка 800 многодетных семей улучшило свои жилищные условия, в то же время добавляются новые, и все равно у нас около 900 многодетных семей остается. Такие встречи помогают наладить контакт между молодежью и представителями вертикали власти, и это, в свою очередь, способствует активности молодых людей. Ирина Левчук, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания МукТВ.